Добрый день. Здравствуйте. Мы из строительного управления, который ремонтировал ваш дом. Претензии к строителям есть? Претензии? Есть. Вот видите, дверь перекошена и плохо закрывается. А, смотри. Точно? Да, перекошена. Ну что ж, Вань, давай, снимай. Я сейчас... Вот. Да еще... Вот. Так, так. Ой, опа. Позвольте, куда же вы? Как куда? Заберем с собой. А недельки через две или эту исправим, или заменим другой. Позвольте, да как же это я без входной двери? Мы не скорая помощь, а РСУ. Так что недельки через две. Ну нет, тогда спасибо. Я тогда как-нибудь сам починю. Поставьте. Ну, спасибо. Вот так, сам спасибо. Так сам. Тогда распишитесь, что претензий к солярке нет. Где расписаться? Вот. Ага. Спасибо. Сантехника не беспокоит? О, еще как. Вон, посмотрите. Видите? Вот. Да-да, вижу, вижу. Действительно. Ну что ж, Ваня, иди. Давай, снимай. Как снимать? Обыкновенно. Сейчас снимем. А недельки через две. Или этот исправим, или заменим другим. Да как недельки через две? Как же я без него? Да вы что, а на месте нельзя исправить? Фу. Надоело объяснять. Мы же не скорая помощь, а РСУ. Ну, тогда спасибо, извините. Я тогда как-нибудь сам еще одну тряпочку подложу. Ну, сам так сам. Только распишитесь. Вот здесь, что претензии к сантехнике не имеете. Спасибо, извините. Угу. Да не огорчайся ты, хозяин. Здесь дело-то всего ничего. Как ничего? Вы же говорите, что две недели. Так если в рабочее время, а после за часок управлюсь. И все? Как все? В магазин беги.